В этом видеоролике вы увидите, как звонить во Free Fire. Итак, сам сайт называется JulieMax, julimax.com. Здесь видно выбор алмазов, примерно от 100 до 6900 алмазов, тысяч. Всего можно дать выбор способ оплаты, только СБП. Карта. Карта, да. Здесь вы должны ввести айдишник, здесь вы должны ввести почту. После этого нажимаете «Купить сейчас», и у вас перебрасывается страничка на оплату через СБП. СБП будет, получится, на экране вам будет такой RQ-код, вы берете его, второй телефон, то есть вы включаете вот здесь компьютер или ноутбук, берете телефон, и через QR-код вы берете, скрините в самом Сбербанке, заходите, делаете, сканируем QR-код, и я просто оплачиваю. И вот запускаем, мы сейчас заходим в сам Free Fire. Итак, я, в общем, задонил сам Free Fire 210 алмазов. Они должны были прийти. Примерно. Сейчас посмотрим, сколько уже придется мне алмазов. Итак, и вот все алмазы пришли. Даже вот чуть больше. Даже чуть больше пришло, да. Аж 230 алмазов, даже хотя у меня было всего аж 7. Еще раз мы задонатим, чтобы купить ему пропуск и также забрать все пополнение. Итак, ребят, мы, получается, еще, получается, задонили 100 алмазов, должно прийти на аккаунте уже 300 чем-то алмазов. Сейчас идет обработка из juliemax.com, идет обработка платежа. Сейчас мы обновим с компьютера, посмотрим, что будет. И не, пока еще обработка платежа, ждем покупку. Примерно проходит алмазы через 3-5 минут из сайта juliemax. Вот, мы должны сейчас 100 алмазов получить. Так, пока доставка идет. Итак, дамы и господа, сейчас пришли еще дополнительно 100 алмазов. И сейчас моя главная... Ой. Нет. Итак, ребят, покупка платежа выполнена успешно, пришли еще 100 алмазов, как я сказал, на его счет. Итак, ребят, еще мы зададим еще 100 алмазов для того, чтобы он сделал отдельный ролик для вас. Так, еще покупаем 100 алмазов. Итак, ребят, сейчас мы делаем 100 алмазов, еще мы закидываем. Я плачу через Сбербанк, нажимаю платить. Примерно 30, это 3-5 минут максимум. Да, это, ребят, не фейк, не фейк сайт, реально работает, и реально мы получаем оттуда алмазы. Да, вы могли бы это увидеться в этом сами. Да, уже идет обработка платежа, должно еще прийти 100 алмазов на его аккаунт. Сейчас ждем, и вот должно прийти. Это будет такая вас для вас обучалка, также как реально получить алмазы через сайт JulieMax. Мы его не рекламируем, просто знаем, что сайт это реально рабочий, поэтому вам показываем, что реально можно знать через этот сайт. Скоро сама кнопку обновить. По факту. Ты тоже забываешь момент, ты забываешь, типа. Так, пока обработка платежа. Ты точно кнопку сломаешь? Да. Сейчас бы еще прям 500 алмазов. Ты еще раз. Да, сейчас сразу 10 раз. Так, ну пока обработка. Да, хватит кнопку. Я просто интересно нажимаю. Да, ты 100 раз уже нажал. Не меньше. Ну давай, иди там, алмазы мои. Все, ребят, доставка сейчас будет. Сейчас придет. Сейчас такая, опа, доставочка к нам домой. Так, смотрим на счет, пока еще нету. Нету, конечно, нет. Так, даже сейчас. Ожидаем, ожидаем. Так, доставка еще. Дальше. Ждем, ждем, чуть-чуть осталось. Потерпеть. Да, так. Они в любом случае придут, так как они очень быстро приходят. Да, да и тем более... Просто доставляют всё. Алмазики. Да. Все, они пришли. Ребят, все пришли алмазики. Да. И сейчас для вас буду записывать видеоролики. Отдельные. Вот так, ребят, мы получили на аккаунт на брата Виндиса 448 алмазиков. Вот, он запишет раз один ролик, и смотрите ролики новые, которые выходят. Реально сайт рабочий. Кому нужно алмазы, донатить через карту в России, делайте через СБП. На этом все, ребята. Подходит ролик к концу. Вы узнали, как получить реально алмазы. На этом все, ребят. И всем пока-пока. Адьос.